Здравствуйте, дорогие друзья, с вами товарищ Санек, и мы с вами продолжаем играть в Total War Русь 2. Вот эта затея, как мы помним, была не очень хорошая. Мы не победим. Вперед! Пленных не брать! Трепещите, враги! Вперед! Пленных не брать! Да сгинет враг! Не, ну ты понятно, что ты тут самый умный. Все ко мне. Ну. Да, мой король. Снимай. Враг разбит. Победа за нами. Сила, честь. Прошу прощения. Так, тут они бунтуют, короче, просто уничтожим население. И все. Блин, мне пока этот городишко не важен, поэтому по барабану. Рад служить вам, милорд. Исполню любой приказ. Трепещите, враги. Продолжим путь завтра. Ты по барабану. Найми строительство, итоги хода, сопротивление бесполезно. Задание выполнено. Найс. Я понял, затея плохая. И что делать? С половцами воевать? Что прикажете? Либо подкрепление посылать. Я думаю, второй вариант. Рад служить вам, милорд. Ну тут потому что. Хотя чё это я? Вперёд на битву! Во! И человечка нового заработали. Найс. Господь даровал нам победу. Жду приказаний. Многообещающий командир 20-летний. Властимир Никитич. Нормально. Рад служить вам, милорд. Рад служить вам, милорд. Есть. Ну, человек с витязом, да? Ништяк. Так. У нас можно что-то сделать или нет? Нет, к сожалению, нет. Как и тут, наверное. Но здесь пока веселье. Можем также здесь заработать человечка. Выкуп. У них вообще денег нету. Предлагаю вам перемирие, сдать область. И все будет хорошо. Ну-ка. Аллах лишил вас разума? Может быть, попробуем найти золотую середину? Мы не можем согласиться. Ну нет, так нет. Что ты сразу начинаешь? Потом с тобой поговорим по-мужски. Здесь будет сторожевая башня. Почту за честь. С нами Бог. В атаку исполню любой приказ. Да сгинет враг. Да, жду приказа. Мы победим, милорд. Отношения ухудшились. Куда уж?
все понятно. Рад служить вам, Милор. Тут ничего не понятно. Все-таки попробуем Суздаль мы взять. Я надеюсь, у нас получится. Это византийская, держава. Это византийская, страна. Так, а, ну понятно, тут все вполне логично. Ага, ты погиб, чувак. Все ко мне. Нет, он жив, кстати, нормально. Нет, тут надо избегать. Сейчас подкрепление позову. Чё там надо? Четыре отряда? Блин. Так с кем она граничит область? Что прикажете? Рад служить вам, милорд. Почтём за честь, милорд. Выставляйте часовых. Привал. Будет исполнено. Объединяй. Вперед. Исполню любой приказ. Вперед. Пленных не брать. Сейчас их спасают только стены. Ждем приказа о начале штурма. Что прикажете? Рад служить вам, милорд. Наместник, блин, ну-ка пусть сиди здесь, чё. Наместнику. Сейчас мы тут проведем некие рокировочки. Опа. Такому меня жизнь не готовила. Рад служить вам, милорд. Почтем за честь, милорд. О, он вышел из города. Ништяк. Лучше честный бой, чем коварный удар. Чем могу служить? А мы там сразу наперед пойдем работать с православием. Что прикажете? Вперед! Пленных не брать! Враг обречен! Так, ну давайте попробуем. По сути, это последняя армия. Найс. Они заслужили смерть. Что ж, такова? Рад служить вам, милорд. С нами Бог! В атаку! Да, мы верим! Нет, во имя Аллаха! Мне вы не нужны, господа. И деньги ваши тоже не нужны. Рад служить вам, милорд. Вперед! За честью и славой! Выставляйте часовых! Привал! Вперед!
тут священник, священник, священник. Половецкая что? Столица? Отлично. Вот иди прям на них капай. Православие. Прославляй православие. О, Рязанский, кстати, тоже, по-моему, да? Наш. Так это и есть мой, да? Что-то я попутал. Вы хотите что-то обсудить? Не думайте, что мы согласились на это добровольно. Конечно. Ну, тут у нас все в ажуре, на самом деле, везде. Да, мой король. Тьму Тараканское княжество. Чем могу служить, благородный лорд? Увы, не могу сказать. На этом мы завершаем нашу встречу. Будет исполнено. Так, нам надо копить армию. А, я, кстати, тут еще не закончил воевать. Нормально. Суздаль наш. Мы победили. Восславим Господа. Так. Окей. Теперь идем на половцев войной. Что-то недалеко ушли, кстати. То есть мне надо сразу атаковать несколько точек. Это вообще кошмар. Ну ладно, давайте готовиться к штурму. У меня есть дочь правителя. Однако. Добрый вечер. Я и не знал. Так, что, мы копим армию тогда, получается? Здесь, в Рязани. Везде, где тут только можно, подтаскиваем войска. Надо воевать. Война — это бабки. Найс. Да сгинет враг. Трепещите, враги. Лагерь будет рад служить вам, милорд. Почту за честь. Лучше честный бой, чем коварный удар. Вперед. Ну что, совсем чуть-чуть осталось, господа. Чё, тогда мы в Бельяре собираем армию? Это что еще такое? Будет исполнено. Будет исполнен. Выступаем. Враг разбит. Победа за нами. Шёл вон. Враг разбит. Победа за нами. Милорд. Рад служить вам, милорд.
Тут у нас все хорошо. Здесь мы собираем армию. Да, милорд. С удовольствием. Подождем до утра, милорд. В Рязани. Жить вам, милорд. Жду приказаний. Будет исполнено. Объединяем войска. Что, задание какое-то проварю очередное, да? Да. Да и барабан на него, честно говоря. Ну, готовьтесь, господа. Сейчас будет жарко. Ну, не сейчас, но ходов так через 3-4. Да, армию подведу ко всем его городам. Такой, о, проскок, как ац его. И, короче, у меня трэш будет просто. Новгородское княжество к нам пришло. Здравствуйте, Новгородское княжество. Я говорю от имени своего народа. Давайте, я согласен. Я этого не забуду. Надеюсь, мы скоро встретимся. Прячемся среди деревьев. Чем могу служить? Исполню. Ну что же, булгары. Да сгинет враг. Сейчас их спасают только стены. Рад служить вам, милорд. Почтем за честь, милорд. Есть мой король. Начинаем осаду. Мы продолжаем осаду. Жду приказаний. Вперед! Тут все понятно, что все плохо. Тут у меня армия уже готова. В Рязани почти все готово. Будет исполнено. Милорд. Да. Ваше Величество, мы поедем искать жениха. Не хочу я с ним брататься. Знаете, что вам предлагаю? Сдать область. Я требую сдать область. Вот, теперь все правильно. Так. Примите, или будет война. Требования сведения о карте, требования отмены, смену. Мне кажется, так вот. Я объявляю вам войну. Никогда. Вы что, считаете нас бесполезным разговором? Надо заключить союз. Приличные леди, там не место. С удовольствием. Так, что у нас тут? Поехали дальше. Так, добрый вечер.
Да ладно. Они меня побили? В натуре? То есть половцами сейчас вообще не вариант тягаться, да? Ну ничего, у меня тут есть запасной вариант. Запасное подкрепление. Еще один полководец, который точно поможет мне справиться с данной проблемой. Ну правильно, тут войска-то такие себе, конечно. Не мощные, не мощные. Так. Жду приказаний. Уже в пути. Да, мой король. Объединяем силы. Рад служить вам, милорд. Вперед. За честью и славу. Так, ну что же. Рязань готова? Муром готов? Рязань не готова. Так. У нас все чисто. Гладко молодежно. Поехали. Так. Ну что же, будем надеяться, что у нас все пройдет так, как нужно. Учитывая то, что мы даже не спускались в европейскую часть. Сейчас только на азиатской части. Даже на азиатской. Ну, на самом деле, на европейской, на восточноевропейской. Эп, мне интересно. Мой король, ваши враги мертвы. Голод и мор в Византии. Дическое восстание в Польше. Провал задания. Да идите нафиг. Мне интересно, бунт. В итоге хода. Чё-то я в минус ухожу. С радостью рассмотрим ваше предложение. А, вы меня в союзе. Я понял. Это все? Тогда до свидания. Я вас понял. Печенеги, давайте дружить. В путь. Печенеги. Половцы. Ну все, мы с печенегами дружим тогда. Да, дело дрянь. Ну что же, господа, с Богом. Что прикажете? Вперед, пленных не брать. Сейчас их спасают только стены. Они заслужили смерть. Мы сокрушили их. Победа! Так. Рад служить вам, милорд. С нами Бог. В атаку. Есть мой король. Начинаем осаду. Вера и честь привели нас к победе. Да сгинет враг. Трепещите, враги. Да? Будет исполнено. Жду приказаний. Милорд. Перекидываем войска. Где-то трэш был, трэш-угар веселья. Ваше Величество, служу королю. Ну что ж,
понеслась. Да как вы заколебали? Избежать, конечно. Ко мне. Лучше честный бой, чем коварный удар. Мы непобедимы. Да сгинет враг. Враг обречен, милорд. Мы начинаем осаду. Ждем приказа о начале штурма. Да, я туда уже направляюсь. Жить вам, милорд. Почтем за честь, милорд. Есть мой король. Начинаем. Чем мне дали-то? Мы взяли эти земли в честном... Войска? Войска, это хорошо, хорошо, войска. Жду приказаний. Рад служить вам, милорд. Объединяем армии, милорд. Есть воин, что прикажете? А где моя тёлка? Тёлка. Мой папа говорил о вас только хорошее. Я понял. Да, чё-то я по бабкам-то вообще в печали. Чё-то вас тут много, господа. А православие растёт. Предлагаю перемирие, требую сдать область. Не пытайтесь обвести нас вокруг пальца. Ну иди нафиг. Служить вам, милорд. Почтем за честь, милорд. Выставляйте часы. Так. Лучше честный бой. Достойный жених, да пожалуйста. Так, бабки. В Рязань надо вести войска, я правильно понял? Окей, сделано. Исполню любой приказ. Вперед, пленных не брать. Так, зарабатываем бабки. Где следующий половецкий поселок? По-моему, здесь, да? Жду приказаний. Сгинет враг. Лагерь будет здесь. Отлично, отлично. Здесь с булгарами никак не могу забраться. Милорд, чем я такой дефицит бюджета? Коррупция и прочее. Казна, налоги, торговля. Сельское хозяйство, ожидаемые налоги, ожидаемые расходы. Но я, по сути, в ноль выхожу так-то. Армия только 15 тысяч жрет. Ничего себе. Ну это наемное, это все наемное. О, добрый вечер. Казнить. Так. Казнить. Вперед! За честью и славой! Что-то половцев дофига тут, я тут посмотрел. Где у меня посол-то мой?
убить, может, кого. Вы пришли просить мира? Должен вам сказать, что нас это не устраивает. До встречи. До встречи. Чем могу служить? А нечего было печенегом ходить по моей земле русской. Подлицы такие, а? О, половцы или печенеги. Половцы. Половцы. Печенеги хорошие ребята. Пока что. Так, бабки пополняются. Это хорошо. Вперед! Пленных не брать! Враг обречен, милорд. Мы начинаем осаду. Ждем приказа о начале штурма. Служу королю. Посла здесь не хватает на самом деле. Помню, как-то можно было выбирать, я когда-то давно смотрел. Агентов всех, кто где находится. Да, денег не хватает на наем. Рад служить вам, милорд. Почтем за честь, милорд. Что прикажете? Да сгинет враг. Ну, собственно, до свидания, булгары. Они заслужили смерть. Мы сокрушили их. Держава повержена. Вы завоевали тут народ, положив конец его длинной истории. По всей стране празднуют все богатые и бедные, пьют за вашу победу. Ура! Теперь мне надо восстановиться. Почту за честь. Выставляйте часовых. Привал. Уже в пути. Набрать нормальную армию неплохо было бы. Отслужить вам, милорд. Войну на печенег. Нет, не на печенегов, на половцев. За честью и славой. Так, тут подкрепление подошло, мне это не радует. Печенюшки, где же вы? Печенюшки. Печенюшки. Да я понял, что плохая эта идея на данный момент. Снимаем осаду. Лучше честный бой. Договор. В этом году был заключен договор с Византией, поэтому договор русская церковь признавала подчинение патриарху Константинопольскому. Понятно. Там Византия? Эй! Ништяк. Да господи, пусть бунтуют, мне не жалко. Рад служить вам, милорд. Тут есть, кстати, где-то городок вдалеке. Пойду туда. Блин, вот мне войска надо нанимать, а бабок нету, короче, такая проблема прям. Ну что, давайте тогда по-хитрому, что ли, делать. Так, вот этих надо объединить. И как бы уволить всю плохую армию. Бабки жрут. Да сгинет враг. Трепещите, враги. Сейчас их спасают только стены.
Отслужить вам, милорд. Объединиться. Есть. Так, у меня тут армия, кстати, пришла в Муром. Перекидываем ее в Рязань. Все, конец хода. Так, господа хорошие. Печенеги вообще какие-то прям лояльные такие. Ну, захватили там. Половцы, прошу прощения. Не печенеги, половцы. Или печенеги. Я путаюсь в них, они похожие. О, вот это подарок. Чудо из чудес. Рад служить вам, милорд. Да? Жду приказать. Ну, еще надо объединить максимально войска, насколько это возможно. Жду приказать. Да? Этих уволить. Этих уволить. Этих уволить. Есть место? Нету места. Что делать? Какой другой содержание? 175, а у обычных 112. Там. Ну, мало, короче. У нашего ополчения вообще какие-то копейки. Что их мало, наверное. Логично. Ну, есть целых три полководца с собой. Вперед! Пленных не брать! Трепещите, враги! А мы здесь православие толкаем. Предлагаю перемирие, требую сдать область. Я повторяю, друзья, у вас не так много шансов осталось. Это оскорбление, не так ли? Постарайтесь подумать и о нас. Едва ли этого. Вы хотите предложить что-то более разумное? Должен бесполезно. Он опять подошел. Рад служить вам, милорд. Почту за честь. Исполню любой приказ. Рад служить вам, милорд. Мы не победим. Да? Жду приказаний, милорд. Комплектуем армию. Комплектация окончена. Да сгинет враг. Да, снимай. Так, вот это плохо. Снимаем осаду. Прячемся среди деревьев. Так. Сначала серьезную армию забираем. Жду приказаний. Потом не серьезную. Жду приказаний. Так. Отделяем, объединяем. А что прикажете? А ты иди в Бор Китай. Продолжим путь. Рад служить вам, милорд. Где у меня есть еще поддержка какая-либо рядышком? На Ручаде? Нет? Вот здесь? Ой, блин, а что вы тут делаете? Короче, у меня, кажется, армия-то есть. Я просто про нее забыл. Что прикажете? Вперед! Лагерь будет другой, оказывается, 1200. Я не знал. Да, мой король. Будет исполнено. Ой, да пожалуйста. Нет, я победю печенегов.
Или половцев, или печенегов. Устроим засаду здесь. Да, пожалуйста. Итоги хода. Найс. Да пусть митингуют. Пожалуйста, мне не жалко. Мы не победим. Вперед! Пленных не брать. Враг обречен, лорд. Мы начинаем осаду. Ждем приказа о начале штурма. Что прикажете? Уже в пути. Рад служить вам, милорд. Есть. Я понял. Охраняете, значит. Хотите что-нибудь купить или продать? Служу королю. Продолжу путь завтра. Рад служить вам, милорд. Почту за честь. Мы непобедимы. Вперед! Рад служить вам, милорд. Есть. Исполню любой... Я надеюсь, он отойдет. Так. Ну тут половцы, короче, скопились и тусуются, да бога ради. Не жалко. Давай. Какая область граничит? А, этот, пожалуйста, не жалко. Священник. Кто нанял священника? Так. Я не могу армию перекинуть. Ну, приказать, марш. Отличное место для засады. Половецкий полководец. Ага, он перезахватывает города. Я понял, а как он туда попал вообще? Трепещите, враги. Враги познали нашу ярость. Найс. В полной мере. Так, уно моменто. Я захватил их земли. Так, ну этот стрёмный поселок мы оставляем, что нам не нужен. Продолжим путь завтра. Вот с вот этим молодым человеком неплохо было бы поговорить. Есть какие-то ресурсы? Что прикажете? Рад служить вам, милорд. Чё-то он тут так гуляет, хорошо ему, я смотрю. Ёшкин ты, сколько же у вас тут ребята? Рад служить вам, милорд. Вперёд. И чё это ты? И слава, вера и у тебя там ещё есть посёлки-то, да? Печенежский? Он не печенежский. Уже не печенежский. Воин, исполню любой приказ. Вперед! А, тут, блин, засада была. Ну, тут я погиб, согласен. Кто побежит? Предатель! Все ко мне! Лагерь будет рад служить вам, милорд. Да сгинет. Тут все плохо, я согласен. Жду приказаний. Да? Рад служить вам, милорд. Вперед! За честью и славой! Что прикажете? Так, друзья, наверное, на этом все. Я подумал тут.
сохраню сейчас. И, в общем-то, увидимся в следующей серии.